Ближай да экологічнага падыходу становіцца і Мінская вобласць. Станцыі для сартавання смецця сёлета з'явіцца ва ўсіх раёнах. Сёння такія комплексы працуюць у 11 раёнах. Такім чынам, у вобласці павялічыць колькасць другаснай сыравіны, якую адправяць на перапрацоўку. Сёлета больш за 7 тысяч тонн смецця ператварылася ў шкляны альбо пластыкавыя ёмістасці і офісную паперу. Для паасобнага збору смецця ва ўсіх гарадах установлена больш за 13 тысяч трехколяровых контейнеров. Основной задачей является это осуществление контроля за недопущением захоронения ВМР на полигонах. И в этих рамках в 2017 году привлечено к ответственности у нас более 40 субъектов на сумму более 6 тысяч. Также выдано 26 подписаний. То есть и рекомендации ведется, опять же, разъяснительная, предупредительная работа. Ну и дежурство на тех же полигонах, чтобы не было захоронения вторичных материальных ресурсов. Сдать собранный пластик, шкло альбо паперу можно у пунктах приема. У них в области 266. Так само працуют и пересовные пункты приема другасной сыравины.